вот уникальная возможность посмотреть, как устроена гора внутри. То есть видно, что это монолитная, по мне так отходы, монолитная суспензия, которая затвердела. Ну а сейчас это камни. Это карьер, да? Да, карьер. То есть, как говорят, с вулканической активностью или с горообразованием, ну, никак не сходится, да? Ну, да. Да, непонятно. Понятно. И сверху потопная волна прошла, оставила грязевой слой. Тонкий причем. Да, да, да. Ну, тонкий, конечно. Вот сделать туристический экскурс по Крыму, да? Крым — страна космических отвалов. Да.